Большие корабли, их крепко держат якоря и цепи. Отправить точно в плавание могли б всех капитанов, что за них в ответе. Так дух бессмертный тоже капитан. Отправить плавать может человека. Божественный заждался океан, привязанность мешает якорь века. Привязанность удерживает нас, былых пристрастий, якоря и цепи. Земные цели нас влекли не раз, ошибки повторяют наши дети. Когда ж освободимся от цепи, предстанет мир божественных идей. Старое кладбище, ну это реальный факт. Хоронили очень замечательного человека. Она была в свое время главным эндокринологом страны. Это Ижевская такая деревня в Рязанской области. Храм деревянный почернел и рухнул вниз. Фундамент, сложенный из красных кирпичей. В морщинах трещинах скелеты от печей. Он помнит свежий сруб, иконы, блеск отрис. Звучит в нем колокола звон, распевы служб. Он видит свет лампады, сполохи свечей. В нем исповедь течет, как медленный ручей. Он горбится слегка от горя и от нуж. У кладбища заросшего уставший страж наслушался давно надгробных он речей. Не может отыскать от радости ключей, облегчив боль утрат, приняв скорбей багаж. Как Святогор один берег святую Русь, так старый храм стоит, давно уже ничей, колено преклонен, молитва горячей, за погребенных здесь, и я в тиши молюсь. Над кладбищем его витает светлый дух, среди могилы плит не сыщешь мелочей. Поднялся солнце шар, весь в золотой парче, свидание час настал для разлученных двух.